Приветствую вас, друзья, с вами Майнёш, и со мной сегодня мой друг Спарки. Всем привет, дорогие друзья! Да, и сейчас мы находимся на сервере Century Mine в YouTube-городке, где мы будем открывать кейсы, будет битва кейсов в Майнкрафте. Да, и... Да, я хочу вам рассказать, ребятки, именно таким брутальным голосом, как в фильмах, то, что мы находимся на замечательном месте... Именно вот на этом блоке я нахожусь, а мы не уж вот на этом. Это город ютуберов. Уникальное место только на нашем сервере, куда попадает множество крутых и очень умных, и прикольных, и популярных ютуберов. Ой, вот спасибо, так вот. Спасибо. О, ну, внимание, не, ребят, я больше не буду показывать, они вообще никак не кажутся. Но мы ему об этом не скажем. Ну ладно. Он просто крут. Да, спасибо. Вы только посмотрите на его лицо. Ой, засмущал. Он просто крутой. Ну ладно. Взгляд, кстати. Хищника. Он на коне. Да, спасибо. Я прям все все снял. Ну ладно. Он у меня тут большой. Я еще хочу сказать, ребят, то, что вы можете пройти по ссылке, которую я оставил в описании, я выпросил для вас. Если вы зарегистрируетесь, то вы получите 3 коробки удачи, которые мы сегодня, прямо вот сейчас будем открывать. Да, 3000 игровой валюты, 15 уровней опыта и стак стекла. Да, вот так. Ну да, прикольно, самое последнее, самое крутое. Да, регистрируйтесь, и все это вы получите. А еще плюс добавок, не забывай про варп, варп YouTube City. Да-да-да, кстати, ребят. И... Завтра, пожалуй, я устрою здесь сходку в 9 часов в Warp YouTube City. Вы видите его на экране. Переходите в 9 часов по МСК и встретитесь со мной. Мы с вами поговорим по голосовому чату. Здесь же можно так. Вот. Да. На все очень круто. А теперь я предлагаю приступить уже к битве. Ой, это волнительный момент. Ну что, прям... Правила ты знаешь, все, правила, как делается, ты знаешь, подписчики тоже все знают, то, что у нас есть вещи от 1 до 14, 14 самое крутое, первое самое донное, если тебе на число выпало больше, то ты поешь одно очко, выпадает Magic Knife, ты автоматом побеждаешь. Да. Либо берешь автомат в руки и идешь в армию. Ну, там уже посмотрим. Так, ну что? Ну что, счет 0-0, готов? Счет 0-0, давай. Раз, два, три, открываем. Ой, понеслась. Кнайф, давай мне кнайф. Оу, на этот раз я на коне. Халитовые поножи зачарованные. Ну, молодец. Гибридная солнечная панель. Ну ладно, счет ты 1-0. Ты тоже крут, но 1-0 я веду. Так, ну что ж, продолжаем. Готов? И я, конечно, сказал... Да, я уже открываю. Я хотел сказать только то, что мне многие писали, то, что я очень часто обманываю ютуберов. Я как бы приписываю себе другие свои очки и так далее. Но, ребята, это неправда. Я могу просто ошибиться один раз. Вот сейчас смотри, мне выпали снежинки. Тебе что выпало? Ой, блин, мне выпало теневой камень. Кто сильнее, давай скажи. Ты круче, 1-1. Нифига себе. 1-1. Смотри, чувак пишет, 1-1. Ну ладно, давай дальше. Давай дальше, раз, два, три. Поехали. Открываем. Фу, давай, открываем. Кнайф мне, кнайф, выпади кнайф. На снежинке. Голова скелета, защита. Все равно ты круче, 2-1. Если чувак сейчас напишет 2-1. Так. А, смотри, они, скорее всего, палят. Смотри, скорее всего, 2-3, палят. 2-3, что-то такое. Ну ладно, счет 2-1. Продолжаем? Давай, открываем. Понеслась. Открываем, 2-1. Слушай, у тебя сколько стаков алмазов в инвентаре? Ой, 9 алмазов всего у меня. А, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6. Богатый. У меня 9 стаков, по-моему, или 8, я что-то как-то сбился. Молодец. Ну, у меня, короче, статуя демона душ. Так, у меня теневой камень. Ты меня догоняешь? Да. 2-2. Ну хорошо. Ладно, идем на газу, рука в руку. Мне уже напоминает. Давай, раз, два, три. Давай, ой-ой-ой. Пожалуйста, Magic Knife. Я хочу автоматом выиграть эту битву, забрать. Просто гибрид, улучшенный электроджетпак. Улучшенный электроджетпак. Это, ребятки, 3-2. 3-2. Ну, я уже хотел кричать, нож, мне выпал нож. Нож. А, подожди. Типа, смотри, типа сейчас будет беспалево, смотри. Я сейчас сделаю кое-что, смотри. Ну-ка. На, где ты? На, возьми, типа тебе выпал нож нам. Это именно тот нож. Офигеть, Magic Knife. Он мне тебе выпал! Вот, о, боже такой, мой, ребят, боже вам мой. Может выпасть серьезно, если вы купите эти коробки. Вот. Да, вот такой вот супер нож. А еще мне их очень много, мне их там давали. Это очень крутой. Это очень 200 плюс урона, плюс это RPG сервер, это вообще просто. Я буду знать, что возможно в нее выпадет.
Так. Но ты уже там, знаешь, этот типа, о, орут, этот монтажик там типа уже выпал. Ну да, ну да. Так, ну что, давай, раз, два, три, открываем счет, 3-2, я пока веду. Да-да-да. И мне выпадает опять-таки улучшенный электроджетпак. Калитовая ламторезка. 4-2? 4-2, да, это 4. Офигеть, вот ты оторвался, просто. Так. Меня кто-то пинает, тебя тоже, да? Да, меня попинали и перестали, ладно. Ну, у тебя попарание хорошее, ну что ж, давай, раз, два, три, открываем. Я должен его догнать, должен. И... А, улучшенный электроджетпак. Каменно-кровавый меч. Малорик, 4-2. Ой, 4-3. Да, нормально, догоняю. Ну да, камбэч, расстрел, давай, все, давай. Готов. Раз, два, три. В глаз тебе тыкнул почти, прям. Давай. Правда, в бровь там был, но ладно. Так, я догоню, 4. Халитовые ботинки. Гибридная солнечная панель. 5-3? 5-3, да. Давайте я туда скину ботинки, чтобы кто там подобрал, так, может, модный. У меня еще есть шансы. 7 коробок удачи. Я должен догнать. Шансы большие. Кстати, а ты помнишь то, что у этого парня Ликон 2004? Будем надеяться, что 2004 это год, когда он купил, когда он отметил свое 18-летие. Вот. Да, у него сегодня день рождения. Да. У него сегодня день рождения, он что-то нам об этом написал, и мы, короче, решили его поздравляем. Поздравить. Да. Ну, в натуре у тебя ДР, поздравляем. Прямо сейчас в эфире. Ладно, продолжаем. Прямой эфир. Ну что ж, открываем. У нас что, января? У него день рождения. И голова скелета. Ух ты, халитовые поножи. 5-4? Ну, ты, да, 5-4. Я 5-4. Прям пытаюсь тебя догнать, но ты отрываешься. Пытаешь, но пока нет. Ну, пока ну, давай, продолжай. Открывай меня, давайте, в глаз тебе прям тыкну, дай в глаз тыкну, давай. Оп, попал, есть, попал, отлично. Подожди, было. Открываем, я начал открывать. Электроджетпак опять. Теневой камень, офигеть. 6-4. Не, у тебя еще полный шанс есть. Еще очень много коробок, их слишком много. 5 коробок. Ну, закомбайчить возможно. Возможно, но если это случится, я прям вообще офигею. Ты должен победить, ты обязан выиграть. Ну, попробую, я постараюсь, прям держу кулаки. Все дело в том, что я тебе в глаз клику, понимаешь, все это в этом все дело. Ставим лайки, ребят, за комбайч. На туре ставим лайки, все, ребят, обязательно. Просто. Много лайков. И просто нам обязательно выпадет по ножику. Как я записывал, да, с Рисманом, сначала выпадает нож ему, потом в следующем кейсе выпадает нож мне. Вот это был поворот. Просто вот это в натуре, давай. Это просто вот это поворот. Готов? А я уже открыл или улучшил электроджетпак. Сейчас. О, голова скелета. 7-4 вроде, или как? А. 7-4, офигеть. 7-4. Просто как-то... 7-4. Знаешь, я слишком опасный, понимаешь? У меня можно спеть песню Амахасла, вот так вот, понимаешь? Ну, ладно, смотри. Давай продолжаем. 7-4. Это уже никуда, ни в какие рамки, ну ты, ладно. Ты можешь еще пока, у тебя все шансы есть, если тебе да сейчас выпадет. Какие там попить. Шансы, ну ладно, давай. Давай, готов? Открываю, все, давай, открываем. Понеслась. Всем прям быстро, все, но... Я не верю, все, блин, но я надеюсь. Халитовая ламтереска. Халитовая ламтереска. Это как бы 1-1. Ну, считай, 0-0, либо 1-1. Но суть такая, давай проще оставим 7-4. Окей, теперь смотри, теперь у тебя есть шанс только на камбэк. Все, блин, это невозможно. Только на камбэк есть шанс. Это, ну давай, это ладно. Обидно. Главное не с позорным счетом. Давай. Ну да, главное. Поехали, как, раз, давай, два, три. Как мне Утя проиграл, помню, со счетом 15-1, вот это было обидно. Офигеть. Теневой камень у меня был. Халитовые ботинки. Ну, 8-4, я так понял. Ну, блин, там был рядом, ты был близко, я верю. О, боже, ну ладно. Так, давай, раз, два, три, открываем. Ну, хотя бы что-то, давай, что-то. Ой, давай. Что тебе выпало? Что это? Снежинки, о боже. Снежинки? Серьезно? Теневой камень. 9-4. Ладно, давай сейчас сделаем так. Смотри, последняя коробка. Если тебе выпадает как минимум что-то фиолетовое, то это за камбэч. Ну, давай, пробуем. Я не верю, все, ладно. Давай, открываем. Фух, давай. Так, оно что-то медленно. Очень медленно, да, но сейчас что-то стало разгоняться по чуть-чуть. Но у тебя пока есть шанс, я тебе скажу, потому что у меня пока крутятся только синие вещи. А, ну вот. Я не знаю. Нож! Ты что, серьезно? Нет, не остановился, вот пес. Ну ладно. Шлем, может шлем, нет, и шлем не хочешь. Может штаны халитовые, и штаны тоже не хотят. Это очень все медленно.
Боже, это... Ну так... да, правильно, статуи. Это специально сделано, чтобы я нервничал. Это последняя коробка, это интрига, понимаешь? А, ну сейчас вещи крутые полетели. Шлем, опять-таки... Снежинка, стоп, не дай бог снежинка, нет. Все еще крутится. Меч. Так круто, когда ты так медленно крутится, я тебе серьезно. Да вообще, Magic Knife. Давай. Вот он. Давай. Остановись. Нет. А тебе выпал шлем. Он был рядом просто. Вот еще немножко и все. Сегодня точно не мой день. Что тебе выпало? Офигеть. Что тебе выпало? Халитовый шлем, блин. Ну слушай, ну ты закомбэчил, тебе выпало красное, братан. Мне все равно так и так выпала голова скелета, и это получается счет будет 8-5. Но при этом я тебе сказал, что как минимум фиолетовый выпадает, ты камбэчишь. Счет, и у нас с тобой ничья. Ну хорошо, ладно, но все равно я недоволен собой, ну ладно. Сейчас напишу 8-8. Меня сегодня, но в следующий раз она меня не подведет. Ну в следующий раз ты, да, ты обязан. Давай напишем в чат 8-8. Не, давай 7-7. Давай, у меня чат выключен. Так, я напишу 7. Здесь такая толпа людей, мы все это наблюдали. 7-7. Все, короче, все опасно. Ну что ж, давай на этом прощаться. Ну да. Ребят, спасибо вам за просмотр. Жду вас завтра здесь. В 9 часов вечера по МСК. Будет сходка, я с вами поговорю, побеседую. Вот, Warp YouTube City. Спасибо ну, за просмотр. Все, в принципе, будет в описании. Ставим лайк за эту офигенную игру. Вот. Да, ё-мо-мо. Всем удачи, всем пока, до встречи. Всем пока, ребятки.